105 шайб было заброшено в ворота за три дня финальных состязаний третьего первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята». На этот раз в борьбу вступили сильнейшие 8 команд, доказавшие свое право играть в финале. Опередив в спортивной борьбе более 1000 сверстников из 29 районов области и города. Пожелать ребятам удачи, честной борьбы, а также передать ценные подарки для призеров и победителей соревнований прибыл губернатор Омской области Виктор Назаров, поддерживающий проект «Омские орлята» на протяжении всего времени его существования. В прошлом году мы уже присвоили статус официальных соревнований. Сегодня ребята, кто выиграет и будет получать уже спортивные разряды, это еще один стимул для ребят. И сегодня задача номер два – это выбирать перспективных ребят, и уже будем их культивировать в детские, юношеские школы «Авангарда». Первый опыт мы уже двоих ребят посмотрели, и если они у нас пройдут по всем параметрам, мы с учетом перспективы хоккейной академии «Авангард», это будет вот то начало, с чего ребята будут идти уже в большой спорт. Первые два дня на льду крытого катка поселка Любинский развернулись жаркие хоккейные баталии за возможность выйти в первую четверку и сразиться за призы турнира. Юные хоккеисты Любинского, Знаменского, Черлакского, Калачинского, Москаленского, Сиркульского, Омского и Павлоградского районов показывали яркую игру, способную заворожить собравшихся болельщиков, и прилагали все силы, чтобы привести свои команды к победе. Все сражались достойно, но в спорте всегда есть сильнейшие. По результатам 12 игр судейская бригада выделила лидеров, которым выпал шанс выйти на лед в заключительный день соревнований. Ими стали команды «Колос», «Сибирь», «Степные ястребы» и «Север». Как тебе турнир? Насколько он интересный? Насколько сильные соперники? Интересно, если оценить по 10-бальной шкале, то он 10. Но соперники сильные, не спорю. Как оцениваешь ваш нынешний сезон? Мне кажется, на 5, но не получилось выйти в финальную четверку. Нам удалось лучше. В прошлом году мы тоже вышли в финал, но заняли 7 место. А сегодня уже 5. Нешуточный накал страстей начался с первой игры завершающего дня соревнований. Множество попыток распаковать ворота соперника как знаменской, так и павлоградской команды не увенчались успехом. В итоге 0-0 и все нарастающая интрига. Не менее захватывающей была и вторая игра. До последних минут омские и любинские хоккеисты удерживали равный счет. И лишь в конце третьего периода любинцы сумели забить второй гол. Решила же судьбу турнира третья игра. Команде принимающей стороны было необходимо обойти соперников из Знаменского района, чтобы стать безоговорочными лидерами. Счет 2-1, и судьба первого места решена. Любинский «Колос» впервые стал обладателем приходящего кубка «Омских орлят». Это первая наша победа на турнире «Омские орлята». Мы хотели победить. Ну, мы и победили. Мы счастливы, радуемся победе. Потому что наши старшие парни завоевали. Чемпионами Омской области стали в Василькуле. Но мы не хотели их подвести. И вот выиграли. Это очень сложный был для нас турнир. Мы первую игру проиграли. Турнир очень хороший, но собрали силы. Значит, это проявили мужество. Самоотдачу ребятишки прям это отыграли здорово. У меня прям радостная душа радуется. А вот распределение остальных призовых мест должно было решиться в последней игре. На лед вышли хоккеисты Омского и Павлоградского районов. Именно эти две команды были лидерами таврической зоны. Тогда Сибирь обошла степных ястребов. И сейчас омские ребята не отступили от своих лидерских позиций, выиграв со счетом 5-1 и обеспечив себе серебро турнира. Павлоградским же хоккеистам есть еще куда расти и к чему стремиться. Для нашей команды это первенство очень многое значило. Мы давно хотели выйти в финал, и мы это сделали. Но, увы, не заняли первое место, только третье. Но на следующий год должны выиграть. Ну и хотим поблагодарить Евгения Евгеньевича Шастина за такой хороший турнир, который, как сказать, развивает скорость. С другими командами сдружились. На церемонии награждения, помимо традиционных подарков, грамот, медалей и кубков, ребят ожидало еще немало приятных сюрпризов. Свой приз лучшему игроку турнира Павлу Ершову, играющему за команду «Элита» Москаленского района, вручил воспитанник омского «Авангарда» Антон Курьянов. Вспоминаешь свое детство, где мы играли. У нас было примерно то же самое, только без стены, крыши. Естественно, это интересно. И
Было бы даже, может быть, интереснее идею такую победителя привести в город и попробовать такой матч уже с профессиональными ребятами. Кроме того, призерам турнира вручили сертификаты на приобретение спортивной амуниции от правительства Омской области, а команде-победительнице передали набор клюшек и путевку на тренировочные сборы в один из оздоровительных лагерей региона с включением программы мастер-классов. Но на этом приятные моменты, связанные с хоккеем, у ребят не закончились. Победители турнира, команда «Колос» Любинского района, получили уникальную возможность поболеть за омский «Авангард» вместе с губернатором. Уже сейчас ребята строят планы на следующий сезон и в скором времени начнут подготовку, а организаторы турнира и правительство Омской области будут улучшать инфраструктуру в городе и районах, чтобы юные хоккеисты продолжали тренировки в максимально комфортных условиях.